Кредиты для аграриев под низкую процентную ставку. Планами по финансированию посевной поделились сегодня на брифинге в Сбербанке. Займы сельхозпредприятиям там выдавали по 21% годовых и выше. Но субсидии с федерального и регионального бюджетов минусуют от этой ставки почти 15%. Ориентир это около 7%. А эти кредиты мы уже выдаем. Порядка 300 миллионов мы уже выдали. Могу сказать, что план там порядка 550 миллионов, но есть большое желание его перевыполнить и видим спрос. Такие займы предоставляют на покупку семян, ГСМ и минеральных удобрений. Участвовать в программе могут любые сельхозпредприятия, независимо от выручки. Но требуется залог имущественных активов либо поручительство агентства кредитных гарантий. Правительство Тюменской области готово выступить дополнительным гарантом, чтобы аграрии без труда смогли получить займы.